капитан Хорниган. Я полагал, прием будет не слишком теплым. Не путайте вежливость с почтением, губернатор. Я согласен вас выслушать. Но не тешьте себя иллюзиями. Хорошо сказано. Такой честности я не ожидал ни от кого из пиратов. В свою очередь отнесусь к вам с уважением. Вот увидите, губернатор Роджерс. Эти крысы еще покажут зубы. Ну же, коммодор Чемберлен. Я дал капитану Хорниголду слово, что мы будем беспристрастны. Это вам не поможет. Такие, как он, пятно на репутации его величества. Опухоль для нового света. Король хочет истребить их, скажем прямо. Это городская площадь? То, что нам заменяет ее. Не слых. Здесь грязно, как в конуре. Капитан Хорниголд, созовите людей. Рэхам, Бэйн, быстро к губернатору. Прихватите Бёрджеса и Кокрема. Обыскать все! И не церемоньтесь с этим отродьем! Да, но король не преуспел на себя. Верно? До сих пор все попытки были счастливы. Думаете, что говорите, губернатор? Вы здесь по его воле. У меня свои методы, коммодор. Будьте любезны, уважайте. Коммодор Чемберлен, проследите, чтобы всех купцов, ну каменщиков же, и плотников собрали прочь и привели ко мне нынче днем. Нам нужно будет восстановить эту крепость. Нужно изъять оружие, губернатор. Объясните этим пиратам раз и навсегда, что не стоит связываться с эмиссарами короля. Не следует настраивать людей против нас. Мы лучше вооружены, однако нас могут взять числом. Медленно, но верно убедить их. Вот наш метод. Какой взор! Затопим все города, что ходят не под флагом короля. Поступим иначе, покажем им свою слабость. Му!
от нашей позиции, Коммодор. Все готово. Губернатор Роджерс считает, эти глупцы чего-то стоят. Какой вздор! Вернитесь на пост и ждите приказа. Года от Рождества Христова даст любому из министров Его Величества в Великобритании или Ирландии или же любому из губернаторов и заместителей в наших колониях. Таким образом, всякий пират или пираты, сдавшись на условиях зачитанных ранее, получит или же получит королевское помилование за все нападения, совершенные до 5 января года, следующего за нынешним. Всем королевским документам также предписывается всем адмиралам, капитанам и другим морским чинам, всем губернаторам, командующим фортами, замками и другими укреплениями в заморских колониях, и всем офицерам и государственным служащим не колеблясь брать в плен тех пиратов, кто откажутся или не пожелают сдаться.
Mentira есть? Основание! Right.